подбор. За Мамонтами попытался выскочить на пятачок Кирилл Марченко. Ему это сделать не позволили. Попов. Попов. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да! Вот это забрасывает шайбу Кирилл Марченко. Какая же красотища. На повторе обратите внимание сразу. Он из-за ворот просто прицелился и бросил в голову. Ну или не в голову, а в спину голкиперу Белых Медведей. С расчетом на то, что шайба рикошетом отправится в ворота. Вот смотрите. Оп. Гениально. Гениальная шайба, на мой взгляд. И попасть ведь надо было еще. И он попал. И он попал. 1-0. Кирилл Марченко выводит Мамонтов Югры вперед. Кто этот товарищ? Конечно же, он друг и брат. 6-0! Победа Мамонтов Югры в домашней серии против казанской команды «Ирбис». Сейчас, я думаю, Мамонты отблагодарят своих болельщиков за поддержку чем-нибудь интересным. Ждем вас завтра в 19 часов в арене. Классный матч. Прыгают болельщики по трибунам, показывают друг другу. Искать свободные углы, искать лазеечки. Вот это да! Марченко! Браво, Марченко! Браво, красавец! Из глубины слота просто под перекладину! Не ожидал такого броска Амир Мифтахов. И сейчас давайте посмотрим повторчик. Вышел на свободное пространство. Никто не прикрывает. Абсолютно не готов был Амир Мифтахов. Все-таки думал, что будет давать передачу Кирилл Марченко. Ладьи. На опасную позицию выходил сейчас Кухарев Константин, но защитник в итоге сыграл. И здесь падение! Что творят? Молодцы какие ребятки! Кирилл Марченко сделал все, чтобы на нем и свалили, и стянулись на него. И игроку на дальней штанге оставалось только замкнуть эту передачу, которую Кирилл Марченко в падении выдал. Кирилл Марченко с шайбой. Ох ты, вот это мощь! Продавил двух защитников! Какой красавец! Ну, классное исполнение. Вот что говорится. Хорошие физические данные, хороший бросок, хорошее чувство шайбы, позиции. Три-ноль на табло. И с шайбой Марченко. Мощно заряжал Никита Зоркин. Марченко шайбу подобрал на пятачок. Это красотища! Под перекладину Александр Еремчук, капитан команды, загоняет шайбу, делая счет уже действительно разгромным. 4-0. С классной позиции наказывает за беспечность защитников Тольяттинского клуба. Молодежной команды из Ханты-Мансийска. Вроде бы острые передачи имеются в арсенале. И даже получаются они большую часть времени. Ну,
Марченко! Помогает! Есть! Браво! Данил Башкиров просто вскружился сам, закружился, завертелся, не устоял на ногах после такого броска. Смотрите, Марченко попадает под силовой, и Башкиров забивает третью шайбу в этом сезоне. Здорово! Поздравляем Данила! Браво, Данил! Молодец! Это значит, что атака Мамонтов еще не закончена. Юшкевич, передача, здорово бросок! Шикарно, быстро сыграли, поняли друг друга. Дмитрий Юшкевич, молодец, вышел на свободный лед, получил передачу. Довел шайбу до ворот, стянул на себя защитника. Отдал передачу и уже... И уже Кирилл Марченко... Сделал птица. Марченко придерживал Дзедаеву рукой. Может быть, никак это не повлияло, но действие было. И бросок! Что творит Иван Морозов? Какая прекрасная девяточка! Загляденье просто! Кирилл Марченко дает передачу на Ивана Морозова. И не оставляет шансов Иван Максиму Марчуку. Просто ничего не увидел голкипер Тюменцев. Завелись Мамонты! Прекрасно, прекрасно! Прекрасная игра! Скажи, будет какая-то и... Так... Ух-ух-ух! Четвертая шайба побывала в ворот. Михаила Исаева, там в качестве ассистента, по-моему... Три зоны. Если посмотреть по возрастному составу игроки, да, передача, да. Гости вернули к себе шайбу в зону, а вот сейчас... Тоже атаки не напал. Вот сейчас только подхватили, войдут в зону. Вошел в зону. Посмотрите, как и гол. Да, 14 номер, как он, конек, клюшечка, обманное движение, красиво, на скорости. Но жаль, что заканчивается сезон. Гости атакуют. Не прошла передача. И забивают шайбу. Очень быстро. Есть поднята рука арбитра. Отправляется на скамейку для запасных Павел Нечистовский. Видит ситуацию. Анохин. Бахрудинов пытался оставить шайбу, но все-таки удалось все-таки ее выскрести и завладеть каучуковым диском. Где все непредсказуемо. Конечно, сегодня работу над ошибками проведет тренерский штаб Мамонтов, но я думаю, что казанцы с отличным настроением выйдут завтра на игру. Ну вот пропущена шайба, а значит, у нас еще интрига не пропала в этом поединке. 14 номер Кирилл Марченко. Хорошая очень цифра, практически 87% нейтрализации большинства соперников у реактора. Но первая минута так прошла очень напряженно для Федора Каратаева и компании. И момент! Все-таки гол! Подкараулил Марченко этот отскок от лицевого борта. И реализация большинства у Мамонтов Югры сработала четко. Десятая юбилейная заброшенная шайба в большинстве. Естественно, сейчас Вячеслав Касаткин
к своим игрокам предъявляет претензии. Ну и как там нашел лазеечку-то, Кирилл Марченко? Давайте смотреть. Успел подработать, и вот над плечом Каратаева посылает шайбу в ворота. В ближнюю девятку. И забрасывает свою четвертую шайбу.